Но сейчас о главных темах выпуска более подробно. Жители села Школьного волнуются за безопасность своих детей. Они отправили письмо на электронную почту редакции нашего телеканала с просьбой привлечь к проблеме внимание властей. Наша съемочная группа выехала на место. После 17:00 родители начинают разбирать детишек из детского сада. Большинство сельских мам и пап доставляют своих любимых чад туда и обратно на транспорте. Напротив самого садика площадка освещена и стоянка для родительских авто отсыпана. Но, как признаются родители, трудности их ожидают дальше. Люди ходят по грязи, по воду, ничего не засыпано, ничего нет. Хотя позасыпали бы. Пока нет. Ходят пешком, то водят все равно детей. По дороге и по гравийке все равно водят, по асфальту водят. Вот, как бы тротуар обязательно надо сделать. Дорога в детский сад и в школу в селе одна. Да и та без тротуара. Говорят, что дорожка для пешеходов здесь была сделана, но много лет назад. В последние годы в осеннюю слякоть и в зимний гололед, особенно вечером, а темнее сейчас достаточно быстро, этот путь становится опасным. По этой дороге идет большое количество учеников и родителей, ведущих детей в детский сад. К счастью, школьники учатся только в одну смену. Вполне возможно, это обстоятельство помогло сохранить не одну жизнь. Машины ездят, и ты даже не можешь нормально уйти в такое время, потому что по обочинам очень грязно, и невозможно просто нормально ходить. Да, и машины постоянно виляют, объезжают, могут зацепить, в принципе. Это страшно. С нового года будет утверждаться бюджет поселения, и местным депутатам стоит позаботиться о безопасности детей села Школьного. По закону о средствах массовой информации наш сюжет можно считать официальным обращением. Наталья Колесникова, Сергей Гриценко. События и люди.